Лукула, дорога Лукула, хижина ведьмы. А зачем нам последний? Давай, белая ведьма. Лукула, лес белой ведьмы. Ну, чтобы вся группа собралась, а ты где тут? Подойди поближе. Жми. Все. Хранись. Серьезно. Вася, давайте. Нам нужно там, где мы орков убили. Так, а где ж мы там убивали-то? Это что такое? Подземелье испытаний. Беги за мной. Дрынь. Чё, тёлка непалеченная. Висает. Алфи тут тоже не сделали квест. Красная баба, ей жарко. Реально, что за висякая ловит-то? Не знаю, нормально. На новый видео должно все летать, блять. Ворчуна убили! Нихуя выебываться было. Говорит, дай мне, говорит, бабла, это не пройдешь по сломанному мосту. Ебанько, блядь. Так, мы правильно бежим? А, да, вот они, орки. Вот он, сюда надо. А где тут, говоришь, костер какой-то? Да вон, тут хотел он с костром. Улей, четвертый лавр. Попробовать добыть из него. Метку добыть! Дайте метку, пацаны. О, гля. Вчера был? Дали амулет из этого, из улья. Ебануться. А что за амулет, пиздатый? А. Я тебе отдам. Да, кидай. Сейчас мы его посмотрим, что за амулет. Так, где лупа? Орк элитный воин. Осталось. Обмен плюс один, сопротивление ядом плюс 25. Отдать? Хуйня всякая прокает. Ну, отдай. Я его продам. Где же? Там надо счастливчика качать, чтобы больше прокол остаться. Вот он, котел подбежал. А. Так. Хоть миска, блядь. Раскален. Чаша. Бедро. Так, и как сварить-то? Надо как-то ее поместить туда. Броню свою. На, вот мою шапку помести, попробуй. Кидай. А, в принципе, у меня есть наручки-то голимые. Подожди. Твоя шапка пиздатая. Я сначала поэкспериментирую. И чё он тут положил? Не должен, по идее. Да блядь. Давай шапку твою, я не знаю. Ну я дал тебе. Блин, ты положил, я не знаю, что делать. Попробуй броню, я не знаю. Шапку нельзя. Ты металлический доспех ложишь? Надо кожаное ложить. Ну кожаное, вот на наручи кожаные. Брони попробуй. Брони нету кожаной. Метелки сейчас нужно отжать. Ты уверен вообще, что брони нужно? Было написано, что можно варить броню. Так варить, может, из чего-то? Варить, типа, ты берешь броню, варишь ее в воде, блядь. Получается она, типа, крепче становится. Так было написано. Угу. Ну, давай, сейчас попробуем. Метелки должны быть кожаные, вот она, да. Туре ложит, отдать Турлан. Так, ну давай, Турланчик. Не подведи, братюня. О! Реально броню надо ложить кожаную. Итак, смотрим, что получается. Броня 13.
Ну-ка. Понеслась. Броня 14. Чувак. Кожаной броне только можно. Ну-ка, еще разочек получится. 14. Да, все. Ну, верни. Легендарную. А в чем шапка? А шапка, наверное, не кожаная, она какая-нибудь еще матерчатая. Может, да, видишь, она ложится. Блять, а я чё? Ну да, она тканевая, она написана. Че, телка забрала? А наручи, кожаные сапоги мечника, наручи называется, у меня есть. Можно их свалить? Сапоги, не знаю. Ну да, давай, кинь, сейчас попробуем. Ну, вот, на, попробуем, наручи свалить. Так, на тебе шапку тогда пока. Наручи, давай наручи попробуем. Я. Наручи не варится. Броня варится. Ну давай. Ну будем знать. У тебя, кстати, тоже кожаная броня, этот персонаж, не? Заглянем. Так, отдать. Я шепчу, что на нем кожаная. Да, у нее сисечки такие, ничего. Лучше пускай так. Так, на, телка, одевайся пока. Чтоб всякие извращенцы на тебя не смотрели. Ну не, у нее лицо не очень просто. Видишь, какая харя, блядь, неприятная. Так, да, у меня тоже кожаная броня, и потом какая-то голимая вообще у тебя круче. Я отдал, чтобы покруче было. Так, тогда на Турлану отдаем. Турлан, давай, блять. Ебаш, вари броню. Ебашу в кашу. Дрынь. 24 сразу стало. Или подожди, что это такое? Все какие-то культуристы в этой игре. Цени, короче. Так, 14. Блять, качки! Не пойму. Ну, давай еще раз. Ладно, отдать X. Одеваем. А, я понял, почему у меня броня одета, потому что на ловкости. Ну ничего, так улучшил броньку. Зацени я качок, чего. И ты тоже, кстати, сними броню качок, вообще пиздец. Только белый качок. Белый качок. Белый. Че она там? Такой, блядь, жилистый пацан. Да не жилистый, а ещё хуй пойми. Так, а что тут? Деревяшки какие-то. Хуй нет. Так, а что можно еще в костре сварить? Больше чего? Сапоги, я думаю, не сварятся. У меня есть кожа сапоги, может, для теста. А у меня тоже есть. У меня не сварится. Так, ну давай тогда его пойдем. Ну я тебе передал, храни там сапоги. А, это твои были? Я их продам. И все равно говно. Че, попадем в город тогда? Так, это не мои, чувак. Это не твои? Постоянно. Подожди, обмен. Бля, они круче моих, что ли? Забирай. Ну, блядь. А, это я со своего скинул. С того. С кого? Не-не, ну по тебе они не нужны мне, походу. Ну, блядь, как бы они не подкованные, они такие же практически. А-а-а. Просто счастливчик плюс один дает. А, да, вот почему я с ними таскаюсь, да? Давай назад. Точно. Кому, Турлану или тебе Виксу? Не-не-не, Виксу. Я же их таскаю, чтобы это предметы пиздатые идентифицировать. А ты одеваешь каждый раз? Нет. Когда с боссов выпадает, тогда да. Так, вот эти драные кожаные сапоги, что ли, твои? Да, а чё, драный не драный, 320 стоит. Вы отлетели обратно, конец времен. А, не, зачем, пошли в город, сейчас придадимся. Или что? Я в кузницу сбегаю, попробую переплавить. Пошли в город. Так, а что у нас тут? Гавань, Сайсел, церковь, статуи, пляж... Сильвер Грэн нам нужен.
Сайси, Северные врата, по-моему. Так. Сильвергрен, чувак. Ну, подойди назад. Чего, я уж протонулся в город, блядь. Ты протонулся, как ты протонулся? Не знаю, нажал, протонулся. А мне пишет, теперь людей нету. Сильвергрен, портайся, и все, жми. Лес укулы, Сильвергрен. Я понял. А я хотел сразу в нормальное место протонуться. Бля, а че у меня только он один протонулся? Это че, как раз надо портать, что ли? Это подстава, брат. О! А, он потому что не подцеплен был. Вот наркоманы. Так, где тут это была кузница? В самом конце, по-моему. Это архаичная двуручная секира, боевой топор. Что-то все мутное стало после этих. А, ну-ка, где? Кадров. Клепанный панцирь. Старый латный доспех. Высокая пустая. Так, ребята, вы бежите там. Мать вашу. Вы вашу что, мать? Твою мать! Бегут. Уже люди начали появляться. Люди появляться начали. Давай, заходи. Так. Бля, слушай, тут печки нету. Это странно. Как я вам буду переплавлять из печки? Я и принимаю это предложение, еще ты, сука, не поняла мне. Или я просто ее не вижу? Не знаю, нет там нет. Кузница, что? А ты в кузнице вообще находишься? Нет, это вообще не в кузнице. Я думал, тут кузница. Кузница там, где я отошел, продался. Есть тут печка. Тут есть все, что необходимо юному кузнецу. А где ты нашел, я не вижу. Да вот я тут. Посмотри по карте. Все. Надо было еще наемника отдельно, вора сделать. А, это вот это? А, вот все. Потом походить, попиздить с карманов народа всякое. Можно тёлку, она как раз на ловкость, как раз и... Ну там же надо дохуя, то есть 5, а чтобы 5 нет, прокачать... Ну, можно будет купить, но вот, блядь, это дороговато. Прошлый раз сколько? 10 косарей, по-моему, стоил. Кто стоит? Этот самый Турлан. А что, он так дорого стоит? Да, ну там можно, чем дороже, тем круче будут эти самые скиллы. А нахуй нам скиллы, нам только воровство и надо, и все. Нам главное, чтобы уровень высокий был. Он же пиздец не будет, он чисто пойдет, поворует и все, и потом на базу. Ну-ка, если сюда закинуть? Не, слишком высоко. Наркоман, что ли? О, давайте, Турлан, ну-ка. Ты сможешь броню свою переплавить? Я хочу попробовать броню разломать на металлолом. Потому что металлолом, да хуя чего делается. Попробуй. И вот щит у него есть голимый. Ой, я. Вот меч, меч, наверное, можно. Тоже, блин. Команда, что ли? Слишком высоко. Как это слишком высоко? Я не понимаю, что это значит. Далеко, наверное. Так, что, давайте нахуй. Не достает, что ли? Рубина, это что, шлюха? Привет, дорогой, ты выглядишь грустным, как та девочка. Я как раз та девочка, чтобы развеселить тебя. Ты в прошлый раз, блядь, рассказывал какую-то хуйню за деньги, блядь. Помнишь, блядь, проститутку? Да-да-да. Не помню, шлюха. Я думал, она там займется делами насущными. У меня там все дымится, а она... Нет, сказки рассказывай. Я думаю, тебе вообще за такое надо убить было, шлюха. Тебя спасательный круг есть, а то я тону в твоих глазах, а это ей, короче, пидорас. Тоже проститутка, мужик.
А где тут эти маги были, сидели, по-моему, бабки какие-то. А, да, вот какие-то были сидят. Михаил Соломатин, ебать. Слушай, а в сундуке мы брали там чеку? Чувака Михаил Соломатин зовут. Чувак, да ты не очень. Блять, почему не плавить? Раньше шпагло всегда. Не знаю, может там неправильно какая-нибудь плавилка. Да не, вот печь. Вот кидаем меч туда. Ну давайте вот этот ножик. Шелк. Слишком высоко пишет. Как, блядь, слышишь? Слетай в город, конечно. Ты можешь летать без меня в другой город? Нет. А, не, просто оно не платится, потому что. Просто. Прикол. А другой плавится? Декоративный меч почему-то не плавится. А вот какой-то топор есть. Ну, он не настоящий, наверное, потому что. Вот. Какой-то топор плавится. А, вот желтый ножик. Декоративный, это значит, не настоящий. Потому что он из деревяшки сделан, блядь. А броня нет, броня не плавится. Как же ее сломать, интересно? Забудов ее можно сломать. А, во, на кузнице можно. Металлическую броню на кузнице можно что-то с ней сделать. Сейчас попробуем. У тебя какая металлическая броня? Да, можно улучшить, чувак. Ну, она типа убирает штраф в движении. Меня лучше. Так, ну-ка посмотрим. Айтинг брони 24. Ага. Сейчас посмотрим, что будет. Нет, там она изменит, что это? Перемещение изменит. Минус перемещение станет плюс. Перемещение плюс, понятно, понятно. Но. А, не. Так, а сейчас попробую вот так вот. Нельзя экипировать. Ну за что нельзя? Либо. Во! Броня плюс жемчуг получится, сейчас что-нибудь посмотрим. Ты не трать жемчуг, на всякую хуйню. Стойкость плюс один. Это ты наш на рандомную броню зачарешь? Нет, на броню, которая на этом чуваке. Ну у него хуйня там надета, блядь, ты заебал. Нахуй тебе нужна, блядь. А вот у кого была оранжевая броня? У тёлки. Ну-ка. Ты не черь всякую хуйню, блядь. Выкинуть нахуй, на помойку, блядь. А ходить... Хоть попробовать, чувак. Да потом ты опять выйдешь. Да у нас еще... Ты не будем играть, блядь, ты забудешься. Ведь пусть заносит. Да у нас жемчуг, в принципе, есть еще. Так что... О, веревка плюс... Плюс что-нибудь. 12 сил старый лапы, да, успех. Веревка плюс жемчуг. Жемчуг, успех. Веревка плюс, блядь, что-нибудь. Плюс, блядь? Ладно. Где броня была, ёбаные, суки. Остас, плюс, блядь. Так, броня. О, вот нашел. Бэйте, сколько себе в хламах. О, ну давайте. На кожаной броне это подействует? Да. Колдун, блядь. Так, и что у меня тут? Сила плюс один, восприятие плюс один. Делаем вот так вот. Сила плюс один, спец плюс один, это 14. Там. А что ты хочешь сделать? Не знаю, это не улучшить. Ладно, пизду. Отлично. Чего? Голова. А, надо передать. Пришлось воздушного урона. Так, а вот кожаные вот эти вот, если их положить, мне просто ложится. Металлолом. С металлолом можешь делать ботинки металлические. Хочешь? А, да необычные будут, без бафов. Зачем? Да. Если бы они давали что-нибудь пиздатое, это просто скрафтить. Обломки лад. Если у тебя нихуя нету, короче, то это вариант. Если у тебя что-то есть, то зачем? Тик-тик. Декативный меч, нет, понятно. Понятно. Ой, щит можно... Улучшить щит, кстати. У нас световиков нет. Так, уровень предмета 7. Ну да, попробуем сам сделать меч. Одеть 2 очка 10. Обрывки чешуи. Хуйня.
Так. Ну и все, в принципе. Кузнечное дело плюс один. Унесло. Кстати, у него есть и ремень, кузнечное дело плюс один. Ну что бить. Ладно. Так, идем тогда в этот. В конец времен. И берем твоего чувака, да, и... Сейчас, подожди, посмотрим. А, да, еще продаться надо. Где продавцы? В таверне и в кузнице. Нужен мне этот элементарь. Тут книжка прям лежит прям на столе, прикинь. Я для стрелка, кстати. Ну, смотри, сейчас на тебя. Ну, доворуешься. Ты хоть сохраняйся, что ли. Да. Да не, я воевать не собираюсь. Как бы. Так, тёлка, 7 тысяч. Я ничего против воровства не имею. Ты знаешь, как надо отношусь к... Надо сидеть так, чтобы тебя не поймали. Так, вот это мы продадим. Это тоже продадим. Три палки. Не знаю, маха нужно. Топор 42. Не, топор оставим. Топор хороший. Скрытность плюс один. Снимает горение, заморозку. Оглушение, окаменение, исцеляет исцеление и защиту, ебать. Очищающий огонь, диспол. Типа все снимает с тебя. Можешь купить. Так, вот это тоже продам. В принципе, нормальная тема, что с ним снять. Так, вот это ставим. Есть что купить. 973, да? Блять, я подгадай, попробуй, называется. Че ты хочешь подгадать, а? Да, блин, продажа. Я за копейку давлюсь. А хули наебывает? Что за подстава такая? Бля! Ну че, издевайтесь. По идее, если у тебя дохуя обмены харизмы, типа, можно больше продавать. Специально, чтобы ты пользовался, торговался, как бы. Пятьдесят семь. Чем мне предлагать по единице теперь? За три копейки. Хуй этим торгашам, чё оставлю? Мерзкие жиды. Ни копейки от меня не получите. Всё, точняк, тютелька в тютельку. Так, чё ещё есть? Пошла нахуй, шлюха. Чтобы тебя больше не видел. Так, вот ты, чувак, картину давай толкни ей. Где-то картина была. Вот эта пустая бутылка. Давай, тоже нахуй нужна. Боевой ножичек какой-то. Сложная одежда. Ворованная сложная одежда. Кто честно была украдена. Картина с петухом. 129 золота, что-то мало там. Это вон, да, то что. Обмен, наверное, тебе мало надо торгаша было качать. Так. Из торнадо очищает поле боя от воды, лавы, яда, масла и льда. Типа торнадо запускаешь, оно полностью поле боя очищает. Магия воздуха. 283. Ну я готов, в принципе. Сейчас я допродаюсь. Отлично. Так. А у тебя что есть продать-то? Ну тут правда хуя должен быть. Не, у тебя пока ничего не будет продать. Оп. Так, ну то пошли в город тогда. Ты где? Далеко? Пускай. Ой. Сейчас, блять, выкинул нахуй. Я недалеко от тебя. Я бегу к тебе навстречу. Пошли. Так, все, тогда. Отдадим крафт.
мастера, возьмем мага и пойдем. Так, а как там он называется? А, конь с венем. Понеслась. Выкидывай, чувак. Я... Так, нам нужно разделиться. Все, цепляй. Кстати, чё я не полеченный? Лечись, друже. Надо квесты почитать, чувак. Так, и телочке тоже надо полечиться. А как я лечился ею? Я не помню. Что? А я ей не лечился, по-моему. Кстати, говорящий грипп. Чувак, полечи телку мою. Что-то у нее ХП. Не сильно, не пол ХП. Окей. Сохранись. Оп. Так, да, давайте квесты почитаем. Ну, мне надо было этого спасти, какого-то зверя там недалеко, как раз от города. Так, а как квесты открыть почитать? А, ОК. А, нет, так, скинул. Порочный, голая правда, мы встретили Надю, вдову шахтера Бена, которую вместо нас сказал, что цвет владельц гильдии шахтеров. Ты все равно застрелся, храбодитель, да, сокровище тролли, гоблинская проблема, немного исцеляющее животное, Берна ранено, чтобы исправить его, необходимо серьезное лечение. Он говорил, что надо в город пойти и какую-то хуйню ему купить, короче. Давай, ладно, портанемся в город. Так, давай. Он говорил, что ли? Наверное, диалоги. Мариса... Да, тут только те, которые были. Так, это какой ты квест говоришь? Сейчас скажу. Немного исцеляющей магии. Животное верно ранено, чтобы поставить на ноги необходимое серьезное лечение. Он говорил, сбегай в город вот в этот. И купи что-то, блядь. А что купить, я чисто такого времени уже не вспомню. Но он недалеко тут. Пойдем, может, еще побазарим, что он хочет. Узнаем заодно. Надо какую-то знахарку, наверное, найти и что-то купить. Кроличья нора, ебать. Нет. Что же вы припрятали тут, мистер пушистый хвостик? Во все дырки залезем, нахуй. Бля, помет тролля. Иди, чувак, поройся в помете тролля. Где? Да, он над тобой. Насрал под кустик. Я не брезгаю. Не смотри меня так, мне это совсем не нравится. Говорит. Алфи, существо жалобно стонет, расскажи себе. Алфи пожимает плечами и кашляет довольно маловразумительно. А ты можешь с Алфи поговорить, не? Да, ну, наверное, должен, ничего. Какая боль! Будь проклятый разбойник, я прикусил одного, что там, вот где почитать. Скажи мне о себе, возможно, удастся тебя исцелить, давай. Ах, если бы мой дух... Ах, если бы дух мой, если бы... Что они там говорили про Сильвер Глен? Кровавая магия, как какая-то аж магия, но вдруг она работает. Что магия? Быть он умный, интеллектуальный. Какая-то кровавая магия, чувак. На самом деле понятия не имею, что я такое. Меня поймали, когда я был очень маленьким. В счастье охотник подумал, что я выгляжу не очень съедобным, потому он что-то, блядь. Че вы закрываете? Читаю. Я на это нажал. Так, мне сначала Бьерн не понравился, внешний вид, я вырастал сильнее пятерых жрецов вместе взятых. Меня вдруг повысили до зверя носителя. Я был слабаком, но стал очень силен. Вот не оставляйте наши механизмы, слушайте, мольбы помощи. Ну поговори с ним, что он скажет. Кто? Мужик? Мужик, да. Или баба. Скажи, а ты еще такой. А прикольно, телка решил поговорить, он вообще не хочет разговаривать. Если доберемся до следующего, скажи себе. Скажи, смотрите, будете ли вы содержать нас всех, что будешь делать? Скажи мне, давай, об Алфе, ага. Если бедного старика Алфи
Стойка. Можно вылечить, и это было бы подарком свыше. Но даже в этом случае нам все равно необходимо сопровождение. Ваша светлость, Алпи, конечно, может справиться с одиноким бандитом, но что, если будет двое или трое? Мы погибнем без вашей помощи. Блин, что ему надо-то? Давай дальше. Я привожу тебя до Сильвергрин. Благодарю вас за то, что вы согласились спасти Алпи жизнь, прежде чем мы сможем. Пожалуйста, загляните под каждый камушек, но найдите целебное снадобье, которое излечит эти раны. Блять. Целебное снадобье, тебе какое-то нужно. Ну и чё, там дальше ничего нет, все? Не, все, да, закрылось. Пиздец, ну какое-то целебное снадобье. Ну пойдем, блять, поговорим с народом. Может кто что скажет. Блин, хуй знает. Нужно идти сто пудов где-нибудь тут. Есть какой-нибудь врачеватель, не знаю, в городе. Прикольно, на этот нажимаешь, короче. На кого? На Windows с кнопкой какая-то хуйня появляется. А, это, наверное, это Вольво, ебано. Охренеть. Сохранить, что ли? Ну да. Прямо сейчас его не сделаю. Может, ведьма, когда мы ее освободим, сделает, я не знаю. Надо показать. Это темное, опасное место, не так ли? В отличие от Сережина, где повсюду мертвецы и свет непорочных. Скажи мне, если я расскажу больше о гоблинах, больше эпидемии, скажи мне, непорочных. Блять, хуй знает, ничего не знает. Так, а это что такое? Таверна, да? Пишет. Дом какой-то. А, это кузница. Все съебались из церкви. Так. А что, мы кузницу не чистили? Походу можно поворовать. Опа. Че ты там церковь обносишь? Да. Есть что хорошее? Да так хуйня одна. О, свиток, а, хуйня. Кстати, тут этот. Ну тут типа у них подвал и секретный, блядь, там, наверное, они свои ритуалы проводят. Ну так, спот спиздил, денег чуть-чуть, типа, эти блюда с приношениями. Не надо оставлять без присмотра деньги. Это вам урок. Ребят, тут какой-то закрытый, блять, этот вход в подвал, в этом, как его называют? А тут много вход в подвал закрытый, они там походу свои эти мутят, темные делишки. Сохранись. Ты посмотри там по таверне, полази, может там кто есть, кто фото продает. Сейчас, я бегу. Я пока в кузнице потусил. В кабинете Лоренса пока потушу. Бля, батя, он продает щит металлический синенький. А что за мужик стоит тут? Расскажи себе, давай, это наш план отступления. Скажи мне о короле троллей. Может, вообще не это все фигня. Так, да верно, вот. А, нужно к этому сразу подойти, наверное. Тут только таверная осталась, в принципе. Блять, не так много зданий. Ну, можно купить лечебные зелья. Да, зелья у меня полно лечебных, но им же не такие нужны. Угу. Какое-то особенное нужно для Альфи. Шахтер. Ну этого нет. Щепки. Меня. Вот какая-то бабка тарахует зелень, ничего не хочет. В общем, непонятно, короче. Чё?
сколько мне тебе брать? Пони какая-то, что за пони? А, мой герой, моя сила так стучит, а сказал черныша, так и предложил встать перед глазами, что это расстроить дико, может, в этом городе. Зачем ему запираться в комнате с бомбой? Найди меня! Необычный, довольно эксцентричных вкусов я мог бы добавить. Он хочет, чтобы я носил седой парик и ходил с тростью, но я отвлекся. Чё, блядь, чё ты несёшь? Чем недавно он смотрелся ночью меня, и я не могла спать, ведь он все время бормотал, до утра бормотал о чем-то ужасном. Утром я сказал ему, что без молку болтал про какого-то мародина и пролога с сокровищами, которые якобы в лесу, и вдруг взъярился, завопил, что это его сокровище, и что я назойливая корова. Так себя рассказать ему, что не терплю столь невежественных слов. Как вдруг он вытащил этого монстра из сумки и приказал маленькому гному охранять принцессу и бабахнуть, если я попытаюсь бежать. Я провела множество часов в этой комнате, пока меня не освободили. Не? Какой-то наркоман тебя, блин, посадил. Тебя и... дуплил, наверное. Так, ну ладно, пошли. А кого тут можно было магию купить огненную, я не помню. Да вот, вот они стоят вот. Вот там, предбанники наружу. Вот этот. Нет, это олени рога подает. Шахтер, блядь. Смотрите, может, какая-нибудь есть пиздата новая. Нет, не то. Что-то могу найти. Кого ты не можешь найти? О, огненную магию. Ну иди за мной, я тебе покажу. Вот. Вот эти? А-а-а. Ветер, дыхание богини, реки, слезы богини. А так сравнить с богиней тебя вдруг мой. Так, вот, земляная магия, ну-ка. Призывает второй кровавых ос. Благословение. Щитом. Глыба. Ну, это точно не дед. Ни хрена то. Не достать эту ебучую хуйню вообще без понятия. Ну, где-то она есть, наверное. Так, ну, кроме другой пошли. А что мы там делали? Мы, по-моему, зачищали этот самый орков, этих ебанок. Туда куда-то шли. Орков, шморков зачищали. Значит, мы их зачищали. Кто мне скажет? Ну, пойдем дальше. Мы там до пещеры, по-моему, дошли. Угу. В это ловушка, какое-то место ловушками все устало. Там, по-моему, телепорт был, да? Ну да. Значит, можешь протонуться. Так, как это же называется? Белые ведьмы лес. Ну да, ближе всего белая ведьма. Да, да, да. Ух уж этот Алфи. Алфи наш команд. Сохранись, чувак. Нет, вы делаете ему больно, сэр. Чудесские трюки не помогут вылечить бедного Алфи. Ладно, сооружись, чувак. Не буду успеть. Так, прошлись, по-моему. Всем, спасибо. Чародейские трюки, блять, а может ему, блять, я не знаю, яду ебануть. В голову ему засадить. Усыпить, ну давай ядом попробую. Успел сохранено. Блять, и битва пошла. Битва! Пацаны! Пизда глазам!
Я его полечил, больше он не будет болеть. Нам лечение. Давай бабу добьем. На нахуй, шлюха. На тебе. Хорош. А чё, кого ещё не убили? Сбит с ног. А, ладно. Ну как я полечил, да? Лучшее средство от головы, от боли в головы, это топор. Это пуля. Ну или пуля. Одно другому не мешает. Дима сидит теперь, наверное, ноут выбирает. Чем дороже думать, тем лучше. Дима нерациональный человек. Он, я уверен, он выберет какую-нибудь хуйню обязательно. Да, блять, ноут за сколько он там? За 50 чем-то, по-моему, выбрал. Это уже хуйня. Сейчас, в принципе, все подорожало еще плюс ко всему. Я хуй знает, не знаю. Рационально вообще покупать сейчас железо. А, там ничего особо запредельного покупать не надо, на самом деле. Я свой он сколько за 5 купил, да, в принципе, топор. С для своего класса. Можно реально за 20-ку комси собрать. Просто реально за вот за ноут и вот за него переплачивают, за железо, за компактность. Наверное, процентов 60 или 70 дороже, чем обычный комп. Да, да, есть такое. Не, ну не то, что 60. Вот если комп, например, стоит... Ну, сколько вот я покупал ноут? Такой примерно 25 будет стоить, а ноут 40. Ну да, где-то процентов. Помню, процентов... Не, 40 где-то вот так, 35 дороже. Ну, реально дороже. За компактиш, пактиш гуд. Стул. Опа, и сидим. Ебать, тут кровище. Сколько тут было убито орков? Да. Сохранись, чё. Купил себе маленький сникерс, вообще такая тема пиздатая. Шоколадки, говоришь, сидишь. Как я тебе в Ашан сходил, думаю, дай закуплюсь. Хули. А я тут ужас. Голодаю. А сникерсы жрет. Бежим. Я тут два прохода, вверх и вниз. А, нет. Закрыто. Ну, нам в пещеру надо, нам назад надо. А назад? Это что такое, зацени. Все, это серебро какое-то или это, блядь, железо? А, кстати, у меня есть кирка, давай попробуем добыть. Добыть. Что назад убегу? Я что-то такого не видал раньше, просто сохранись. Че, минутку. Давай сейчас добуду, сохранись, наверное. Не, лучше сохранись, мало ли что. Да, добывай. Да нет, чувак, пускай. Сюда сохраняйся вообще. Серебро, чувак, ебать. Это можно пиздатый меч, что ли, серебряный сделать? Да хуй знает. Надо почитать. Серебряную руду добываю. Можно перековать в слиток и продать. Ну, слиток по-любому перековать можно. Да, сейчас дохуя будет весить всю эту хуйню. Нет, давай, у меня 200 весов. Я же тоже сильно... Жила выработана. Да, 92, да, ебать она весит. Ну, мне передавай. Же. Оп, все за полтинничек. Ну, она ничего не стоит, 5 стоит. Ну, и скорее всего для крафта. Так, F5. А где ты хочешь, какая пещера? Да там сзади было, мы не побежали. Вот здесь есть воины, чувак, давай пиздим. Аккуратней. Ой-ой-ой, блять. Он попалил. Не, все. Ну еще ты, блять. Я там когда он пиздится начнет-то, блять. Есть там у меня подкрепление или на один? Поджигать воин? Есть. Пиздить. Есть. У него какой-то гоблин мистик еще есть. Гоблин воин и гоблин воин. Давай я подожгу одного, вполне хватит. Ну, не, или камнем ебануть. Камнем я, наверное, раз ебну.
Да, я камнем отыщу, подожди. Да просто удари его обычной, короче, пулялкой. Все, сохранись, сохранись. Сохранись. Я его хочу миличным ударом секануть, правильно? Просто не надо вокруг него разливать, просто домах сделай. Я могу ядом. Ну, я не знаю, я-то тебе а ты не подойдешь. Да, ядом вот так-то вот. Блять. Ну да. Ну, плохо зато. Все. А телки, по-моему, огненный лук. Ебать, он взорвался. Ебать. Ну, неплохой урон, кстати, ему. Ты чё, он первый ходит? Ты чё? Так, ладно. А у тебя ядовитая эта хуйта, да? Посох. Ой, топор. Да. Да добивай его, наверное. А где те двое? Подкрепим его. Что-то где-то они должны... А, они сзади, вон, еще один, да. Ой, все потухло, заебись. Че потухло? Ну, огонь. А, блядь, я думал, потухло. А, нет. Гоблин воин! Нихуя себе! А, это он черзнулся, блядь. Это в чем потапор? А вот он мистик, а что мистик умеет, что-то не знаю. Все знаем, блядь, мы. Так, как бы ему втащить аккуратно. Я вот это могу? Я не достанет. Я его могу положить, кстати, если нужно. Ты если меня не заденешь, блин. Я тебя не задену. Не, хоть я могу. Попробую не задеть. А, все, тебе ничего не могу. Я его могу тормознуть. Или того тормознуть. Зачем тормознуть? Он уже подошел, все. Я ничего не могу. Чака пехоту. Вот я вот так вот стану тогда. Все. Я подлежит. Закрыл проход своим телом, блядь, царство. Лучше бы ты кинул на меня защиту какую-нибудь. Не убили, блядь, за два хода. Так, тёлка чё может? Безмолвие. О! Мистик, иди сюда. Блядь, далековато, чувак. Да, нам через карту не достанет. Давай ты тогда, не знаю. Да он воин, он все равно смелищный. О, по ней ничего и нету. Лучше бы стрельнул на самом деле. А она бы тогда тебя зацепила. Думаешь? Да. Нахуй знаю. Ты слишком как-то стоишь. Сохранись. Тебе, кстати, желательно было обойти его, не знаю, сзади что ли. Чтобы можно было его долбить хотя бы этого воина. Тут, блять, он чего он умеет там. 395 у него хп. Хуй знает, что остальное. Или мистика, не знаю, пошел бы ебан. Нет, ты его лучше боди, ебани, если получится. Хотя на шаг. Лево, вправо. Че не рожать-то? Ебать ты. Втащил! Ищи, давай, давай. Оля, сука, это лечить тебя будет. Я так и знал. Че, мы тоже лечить умеем. Ебать, он. Ох ты, сука, вот это заподляцкая магия, блять. Ну, она ложка. Так, я могу обойти, значит, да? Вот этого пидора надо ложить заднего, короче. Мне все нужно обходить. Не знаю, хватит мне. Хватает. Ноль. О, чувак, лежи, спи. Отдыхай. Лёх, Лёх. А, ты лично. Так, огня нет у меня. Блять, он сможет обойти? Ебануть. Ну, можно было через меня стрелять, чувак. Мы вот этим займемся. Но нахуй ебать ему втащило. Неплохо, неплохо. Все. Теперь он будет лежать два хода, гореть еще отравлено. Ебать, он, по-моему, сдохнет или уже не встанет. Давай тогда эти воином занимайся. А у Джан только одна магия такая вот пиздатая, или у него еще есть молния, там, не знаю, какие-нибудь? Молния у него только вот две, вот молния просто, и сверху ветер дует, тот вот магия молния. А больше нет какой-то такой пиздатый ему купить? Просто я смотрю, постоянно молния и это, и лечение. Не, именно атакующих я не видел, как я купил.
Так, блять. Кончай блядь. Этого пидора, он не застаденный там. А этот блядь. Все равно лежит три хода. Я его добью милично так. Обжигающее пламя этого штуки за скил. Ага. Я боюсь, только сейчас задену, сука. Сохранить. Чуть-чуть загрузишься. Шаг, наверное, все-таки сделаем. О, вот так вот. О, ништяк. Сейчас я ему пизда. Цени. На-на-на-на-на! Ушел. И улетел куда-то на небеса, наверное. А тут что такое-то там? Точная стойка дальнего. Рикошет. Золото с него выпало. Неплохо, неплохо. 200 золота. Да, согласен. Богатый оказался, падал. Давай тебе тогда ебашим. Поглощен только один, нихуя себе он. Ну у него там броня, походу. Типа воин. Да, типа атаки не подвес на него лучше такая. А все, ну блин, у него же жизни нет нихуя. Или че, или мне кажется. Ну да, он почти умер, ты его почти убил всю мистер. Ага, 8, да. Да просто развалился. Цепану золотишко. Ебать, кровище натекло с него. Стальной клеймор. С него выпал. Ни о чем. Не уверен. Да, 133 дамага, а у меня 200. Можно будет разобрать его, попробовать. Пусть разобрать, на. И отдать? Да не. Пускай пока у тебя будет. Я продам, бля. На тебя. О, лень, там чуваков, чувак. Так, сохраняйся. Иммунитет к отравлению, свиток откуда-то появился, не знаю. Дали что? Это ты брал же, там же появлялся. Так, тут я могу ебануть сразу шайком в них. Будет охуенная тема. Давай, то подходи, я шайком ебану. Блять, уже битва. Я бегу, вот, сохранись. А ты сейчас войдешь на битву. Не знаю. Все. Сохранись. Так. А там, что там? Ты, о, там меня, а, ты меня нормально обойдешь там? Титанируй, титанируй, чувак. Я так и хочу сейчас. Прям сразу шайком туда запущу. Трое как минимум в отъедут. Они то, какие-то что... рельсы какие-то строят. Блядь. Они как минимум не отъедут, но, блядь, дамаг сейчас будет, я ебу. Фу, бля! Не отъедут. Ебать, все пизда. Сразу трое ушли. Так. Телка, давай сюда подходи. И они хуй дойдут сюда по огню. По-моему, они пиздают. Да, ну и мы до них хуй дойдем. Да, а мы и не стрельнем, там лень дыму, все в дыму. Телка нихуя не попадает уже. Они сгореть должны, по идее. Четкая тема, один удар, один выстрел, один, три трупа. Оле, пошел, ты не пугай. Они бегают, блядь, заебали. А он не горит нихуя, чувак, у него даже ни разу не это самое. Тут у него такая броня заебатая. Блядь, 2-300 дали, нихуя себе. Давай ему втаскивайся. А, ты уже халял. Да я не смогу на раунд тащить. А где там-то? А, он один остался, тот сгорел. Здесь пацан. Попробуем мразнуть его максимум. Ну, хотя бы замедлил. Бля, так. Давай вот этим, как обычно. Все. Так, нам нужен дождь. Дождевой человек, потуши все это дело. А я сохранюсь. Неплохо, нет. Неплохо. Ворвались. С одного удара всех поразили. А всех ничего не осталось, да? Все сгорело, хуя. Сейчас. Или просто ничего не выпало. Да вроде не падало ничего. Может из-за того, что мы так сделали. Не, подожди, вот стрелы вижу. Какие-то. Не знаю, я не подошел еще. А что не подсвечиваются? На арджи? А, вот теперь разрывная, оглушающая стрела и зелье лечения средней. А вот я вижу, да. Все. Неплохо, неплохо. Пойдем назад, чувак. Сейчас мы тут заблутаем, пойдем назад. Куда, в пещеру? Да, пещеру пройдем, потом уже пойдем дальше. Где пещера? Она отмечена на карте у нас. Вход в пещеру тролля, блять. Вход, ебать. Я понял.
мы его прошли мимо. Позарим с троллем, зайдем, что он там скажет. Так, а тут глянь, этот самый, как раз около пещеры, этот телепорт. Ну да. Ебать, тут у них еще какие-то шахты, этих троллей, блядь. Тут еще, блядь, исследовать и исследовать. Угу. Ого, ого. Джан теперь имеет статус раскален. Раскален до бела. Изголодался. По справедливости. Так, ты не спеши так заходить. Промежуточный алтарь. Табуретка валяется. А в черепах ничего нет там? Поставить ее сесть. Ха! Все. Джан, принеси табуретку. Царю. Чего они так долго мои бегут? Заебали, где они там лазят? А вот мне. Так. Дай-ка около алтаря отметить. Вы здесь. Лука, пещера короля троллей. Ой, что можно сюда будет портаться? Сканюйся. Погнали. В пещерку. Ёпта иметь. Жизнь. Пещера. А что-то отмечено. Пещера тогда. Да. Так, что-то можно взять. Какое-то гнездо, не знаю. Улей какой-то. Крупный череп можно взять. Ингредиенты можно стереть в пыль. Оп. Вот, давай, снимаем. Череп без челюсти. Снимаем черепа. Пиздим все. Сохранись. Тупик что-то говорит. Даже что он сказал? Да, я тут думаю, здесь больше, чем кажется, на первый взгляд. Да, я точно так думаю. А тут какой-то мост или что это такое? Это монеты какие-то, цени. Где? Ну вот они, типа. А. Да, кстати. Это куча какой-то хуйни, типа, бля. Да, какие-то монеты, чего? Бля, не тролль такой, типа, это замерзший, блядь. Окаменевший, блядь. И что тут делать-то? Он с крысой поговори, она посоветует. А, да, да, да. Иди сюда, куда побежал? Вот эти крысы бегают. Сука, я не поймать еще. Давай, о, все. Писку! Ужасно скучно здесь, без настоящей магии. В нормальном виде вещи действительно двигаются. Или уж сказать, топчутся. Че, предлагаете магии его ебануть огнем, что ли? Может разморозить как-то. Сейчас, сейчас я. Сохранимся. Да, попробуй огнем ебать. Ну нахуй, поджигай! Нихуя. Его надо как-то с окаменения снять. Давай, ядом его нахуй. Нет. А, кстати, у меня же пиздат яд. Да-да-да, я помню. Я забыл уже скиллы эти. Ну-ну-ну-ну-ну! Самонаводящийся. Попробуй ты, не знаю, это водой, что ли. С водой? Как она это? Заржавеет к хуям. Чё-то дождь не идет нихуя. Ну почему идет тут у меня? Странно, товарищ. Я хз. Реально непонятно. Может тут какие-то кнопки есть? Ничего такого нет. Нажать, блять. А вот тут что за двери такие хитрожопые? А, это за забор. Опять косяки со скайпом. Ты тут? Да. Сейчас я тебе перезвоню.